Ой, если ты человек, обидь. Блин, вообще не... А с первой части вообще ни хрена не изменилось. Молодец, потратил веревку. А то есть управление, подожди. Спасибо. Так можно не в меня, пожалуйста? Бля, а какие кнопки есть? А в смысле, я убить не могу? Я бомбу убить могу, так подожди. Ой. А ты можешь это сделать со мной? О. А ты можешь свой труп найти? А ты зайди свой труп. В труп сойди. Свой труп иди, да нет. А, это так думаешь работает? Нет. А сейчас ты призрак. Спасибо, ад. Чтоб тебя ударил? Ой. Слушай. Ладно, мне даже так больше нравится. Спасибо. Ой, спасибо. А, слушай, это моментально... Ай. Мне не нравится эта игра, у тебя уже минус 1 хп. Ой. Так, так главное друг друга не бить. Мне нравится, как эта игра моментально перезапускается просто. Очень подох. Блин, это журнал был. О, журнал. Места, герои. Там... Скажем, у нас такой... Ну, вообще ни перед первой частью не отличается. Слушай, играл... Мне кажется, даже мы ловушки есть так много костей. Ты неплохо, блин, а разве персонажи здесь, честно говоря? А ты хорош. Ну что ты делаешь? Что это? Что делаешь? Я манки флип делаю. Надо посмотреть хотя бы, что здесь есть. Убей его, убей его. А я не могу. Я же вообще... Я заморожу, его убей, убей его. А, вот так. О, знаешь, что я придумал? Сдохнуть как шлюх? Не-не-не-не. Блин. Не-не-не-не. Не-не-не-не. Ой. Стреляй в него. В него, а в него, не в меня. А чё? А, знаешь, маленькая. Спасибо. Это не я, в смысле. Я знаю. Ты когда просто хочешь меня убить? Кидаешься, попробуй. Тебя воскресить вообще хоть как-нибудь, интересно? А чё, в смысле? Ау! Ты что? Блин, эта игра специально хочет меня убить, да? Да. А эти шипы, я в них могу умереть? Понял. Вот это story, Марк. Мне нравится, как игра моментально перезапускает. Спасибо! Ой. Ой. Здесь Friendly Fire, подожди. Нет, Friendly Fire есть, там-то и проблема. А, только гнутик не доважит, да? Да. Блин. Это неплохо. Паркур, паркур, новое движение, способ самовыражения. Я чё сделал? Ну вообще какой-то кадр лагаю, честно говоря. Что быть вообще физически? Я чувствую 144 герца, получится 144 герц. Не, вертикальную синхронизацию как будто бы я чувствую. Блин, персонажа надо поменять, слушай. Потому что у нас и одинаковые эти, и... Нормально. Послушай, не кажется, тотем плохой, да? Он что-то делает плохое, я понял. А, во, я вспомнил, смотри, что я могу. Блин. Так сделать? Да, я боюсь, что ты там плохой. Нина, стой, дед, я прохожу, я тебе не мешал, все, и ты не вырос. О! Что? Нифига. А зачем? Заморозь его, пожалуйста. Не, ну слушай, а призраки тут полезные.
Слушай, мне кажется, этот кувшин тебя может воскресить, как думаешь? Очень сомневаюсь. А что это за кувшин тогда? Понятия не имею. Ну слушай, за призрака играть даже весело. Даже веселее, я бы сказал. Тебя не убивает? Сюда попробую вот эту штуку открыть. А как-то баба. Бля. Ой. А паук что-то умеет делать? Наебало прыгать. Не, я очень терпеливо начинаю. А знаешь, что я подумал? У меня как будто 30 кадров. Вот что я понял. У меня 144. А что паук делает? Это навозный жук. Че, он не опасный? Я его убил один раз. А я хочу видеть кирки, нет. Это же Майнкрафт. Тут есть кирка, только надо купить ее. Ну найди. Я думаю, что сейчас. Так, а это кто такой? Он лицо ломает. Проверю. Тибэгай его, пока он лежит. О, чё, ты его убил? Как ты его убил? Я был. Спасибо. А чё, можно этой кнопкой убить, если много бить? Видимо, да. Так, выход. Аккуратно, это ловушка. Неважно, я упал. Псина. На бомбу, наверное, используется. Что можно придумать? Нельзя. Отойди, я бомбы кину. Только не в песика. Спасибо. А ты неплох. Ой. Мне хорошо или мне плохо? О, мышка. Мышка. Блин, это... Нет, а можно нормально спутать просто. А мышку ты не собираешься спасать? Гений. Так я упал. Это неплохо. Что, не себя, я две дырки нашел. Ну, класс. Ой. Должна быть одна. Где выход? Ой, вот. Пивали. Сейчас меня отлижет песик. У меня вообще-то мышь. О, она умрет. Изи. Может, ты уйдешь? Зачем? А зачем ты кидаешь эту штуку? Деньги. Деньги, дрипи, деньги. А! Кидай! Она умерла, стоп. А почему она не выстрелила? Ты змейки очень бесполезны, и даже атаки нет. Какие-то очень нубские. У летучей мыши тоже нет. Слушай, я... А, это нет, слушай, а есть. Подожди. А, это она сработает? Тут опять ключ нужен. Ой, чуть не сдох сейчас. Где лицо? О, дробовик. У нас денег нет. О, бумеранг. Ты бумеранг купил? Ой, только не вздумай в меня кидать, пожалуйста. Кидай в эту штуку. А, стоп, чё? Она раньше убивала тебя, когда возвращалась. Ключ. О. Погоди, пошли. Ну или стой, я пойду открою. Не, я контент буду смотреть. У меня нет веревки, окей? Okay?
Ненавижу эту игру. Я не знаешь, я хотел сказать, только не перепутай кнопки. Я просто знал, что это произойдет. Че это? Сюжет? Глаз ужаса вызовет великую силу, сотворить дремлющий взор богов. Что бы это ни значило. Он, кстати, добавился, по-моему, куда-то в эту, да? На карту он где-то. Налево тебе надо подойти. Какая карта? Че карта значит? Я вообще не понимаю карту. Подожди, да, постоянно куда-то направо. Налево, точнее. Ой, я сижу. Ну, в принципе, добей. Это я РЛ. А, куда я? Я черный сердце. Слушай, по-моему, помогло. По-моему, помогло. Найс. Я забыл, как прям наиграть. Не прыгай, не вздумай прыгать. А, ну я сейчас увидел. Вот ебучие игры нужно анализировать ситуацию легче, чем... Я забавно тут, ну типа, механи... врагов мало, они не особо типа умные. Ловушки, тоже два типа всего на первой локации. При этом, ну, давай так сделаем. Ты... Отойди. Блин, не докинул. Неплохо. Стоп, это четвертая локация, это босс-файт. Да? Ну да. Ап, в жопе. Ап, в жопе. Взял, что мы все живы. Я исправил это. Недоразумение. Хорош. Я почти тоже. Я почти попал, а с другой стороны. Там просто висел паук, меня паук сбил. Ох, слушай, мышцы. Забрать босса. Бан. То есть, а как босса убивать без вот этого всего? Не знаю, бомбы. Сюда пойдем. Враг там встать. Мне кажется, что мы делаем что-то не так. Делается как-то по-другому. Ну, я не знаю, если не было бомбы, тут есть проходы справа и слева. Торопиться. Оскар, обей. Нафиг он нужен? Не знаю, я так не понял. Вырезал на галашек, блин. Еще один? А, реально? На 1000 голды. Что это? А, слушай, это же есть я. Ну да. Убей, убей! Блядский труд, вот ты тупой. А, да? Ладно. Так, у меня одно хп. А если помогу? Я разобьюсь, интересно. Ты сейчас специально на выход не идти? Ладно. Помнишь, как это один раз было? Ура, вторая локация, что ли? Yes! О нет, новый враг, вообще все новое. О нет! Слава богу. Я купаться. Ой. А-а-а! Можно разить. Бля. Там робот какой-то. Стой за мной, дай за мной робот. Блин, насколько сильно эта локация отличается. Ау! Понял? Не-не. Роботы бессмертны, неплохо. Это не те двое, которые ты искал. Ну ладно, мы хотя бы посмотрели. Ты неплох. Здесь, короче, еще гроб, я пошел умирать. Так я ж не могу от тебя отделиться. Не, туда нельзя. Туда тоже. А, тоже. Стой. Вниз посмотри, Сач. Вниз зажми. Ну. Ты не разобьешься, если при. Аккуратно спустись, ты мой парашют изонул, я понял. Ну, простите. Парашют. Блять. А-а-а! А, да? Уж не на кнопку. Нет, я уже прыгал на него. Мне кажется, он бессмертен.
А, вот, на кнопку. Да. А. Что-то эхо вносится вокруг, так не помню, что значит. Сейчас пробеги. Ну ладно, тут можно. О, еще одна ловушка. Индивика. Тут нужно как-то блоки аккуратно. Не так. Блин, я выбраться себе не могу. Зато что, ну, вот эти сундуки, они очень имбовые. В них лежат инструменты, идем их взрывать просто так нельзя. А вот застрял в паутине. А, слушай, я не хочу пока свой гроб открывать. Прыгни на него. Ну, убей их, пожалуйста, все. Ага. Спасибо. Люблю тебя. Слушай, здесь босс файт. О. Слушай, здесь на босс файт может пригодиться этот пистолет, наконец-то. Ты мог просто не воскрешать себя, а воскресить себя после босс файта. Слушай, ну а ты босс... А, я хочу, чтобы именно ты... Чтобы именно ты умер, да? Я хочу, чтобы пистолет... У меня 2 хп, я уже почти. Слушай, одно. А когда ты? Не сумею его? Всегда. Хорошо, что ты был не снизу. Ты неплохо стреляешь. Дай. А мне! Алло, у меня хп нет. Я моментально среагировал. Вот там сильно, значит, мне налево. Да, не взорви он ту сверху. Я боюсь этой игре бомб очень сильно. У меня бомбофобия. А, да? Нет. Я хочу тут с тобой аккуратненько идти. Потому что я не хочу. Хотя, слушай, умереть перед самым выходом это... офигенная. Как кинуть ее? Пофиг. Забирай. Забирай. А, что ты будешь делать, пул? А. В принципе, действительно. А, убей, убей. А, да, забыл. Понял. Ладно. Он сюда идет еще. Блин, куда побежала? Знаешь, чтобы труп оказался прям наверху. А, ну слушай, у меня сейчас есть какая-то чепушка. Я тоже так думал. А, я ж могу тебе помочь. Ты не плох. Помог. Ты не плох. А зачем тебе дать? Я хотел... Стоп, что? Стоп, что? Джунгли. Блин. Еще несколько. Кто тут? А какая макака? Кто? Ой, это, это я видел эту локацию в первой части. Щит! Я щит вывел. А, вот это есть щит, который этот? Нет, это не бомблю щит. А ну нахуй ушло. Ой, мне не нравятся вот эти штуки в потолке. Мне тоже не нравится. Спасибо, что ты их заметил. Это хуйня, например. Комары странные. Как они летают вообще? Окей. А сейчас щит не заберешь? А, у тебя, в принципе, пушка есть. Слушай, я знаешь, что сделал? Выйдет, такая же локация была. И чё? Ха. Блять, я себя переиграл, нахуй. А ты хорош. А чё ты, ты мог по ляне забраться? Так я в ней... Слушай, да ты прям переигрываешь себя раз за разом. Так. Кинь бомбу вон туда, да? Куда? Сюда бомбы кинь. Так это кирпичи непробиваемые. Все, золото, все пробивается, не? Думаешь? Тут же все пробивается. Я гарантирую, что эти кирпичи не пробиваются. Тут все пробивается, полностью разрушаемая игра. А, да? Все, игра говно. А ты, кстати, разобьешься. Ты на баба... Зап, чё? Скилл.
С кошкой. Нет. Как ее вытащить? Подожди. Это псина. А, у меня боб нет, все, другая. А как эту штуку? Это что такое? Может это пройти можно? А, это блок. Это кирпич. Ты кирпич. Будешь находиться? Сколько тебе хп? Три? О, кто это? Арабка. Лунные испытания по... А, 10 тысяч. Давай ты не пойдешь что-то. Не, надо 10 тысяч заплатить. А если в дырку зайду? Давай нет. Не-не-не-не, я пожалуй, откажусь от вашего предложения, мадам. Слушай, что-то еще внимательнее смотреть, что-то еще больше... А, что? А как? Тут? А чё? Ну, эти шипы явно не ваншотят, кстати. Эти, мне кажется, наносят единицу урон. О, кошка. У меня крыса. О, это враги из предыдущей локации. Так, тебе бы она пригодилась, на самом деле? Хотя, на самом деле, оно того не стоит, на самом деле. Слушай. Я одно хп, кинул, одно да, хп. Я убью его. Ага. Тап! Во! MVP. Слушай, убей вот этого, вот эту хуйню, пожалуйста. Я боюсь теперь. Она не упадет, кстати. За это. А, паутина. Что там снизу? Ой, нет, это растение. Это реально вейджет. А чего я задамажился? От пушки. Он сам гроб. О. Там есть гроб. Я уже забыл, что я могу живым быть. Слушай, я не хочу... куда ты? Здесь тут раб есть. Я куплю раба? Да покупай. Сейчас раб затащит, чекай. А как мне эту штуку убить? Бомба? Слушай, заморозь, я ее забью. Мой пушку спиздил. Отдай его просто. Так, что это такое? Одна же отведа человечная, ага, нет. Не ваншотуюсь. Это комар, реально комар. А гроб можно поднять, кстати? Что это, блядь, за паук? Где? Ты видишь эту хуйню? Где? Вот, огромный, мать его, паук. Он же миленький. Ты любишь пауков? Нет, он просто... Он неуязвимый к этому, кнуту. Я просто боюсь писать, что с нами сделает. Это выход или это пещера? Пойти. Пещера, наверное. Заходи. Это пещера. Что там? Ну что такое? Это такой, значит, пикси ходит. Что это такое? Кто это? Петрушка, младшая, трех сестер, веселая, но вспыльчивая. А что с ней делать? Блин, лоля. Собой вразить нельзя, кстати. Так неинтересно. А, ты его шел улучшить. А, о. А? Неплохо. Он бумеранг продает, слушай, я возьму. Чё тебе важно? Пьяный. Сейчас ты видишь. Ой, блин, какой ты дурак. Ой, беги! Подожди, я купил вазу случайно, не которая призрачная. Выхода не. Ключ поверни и полетели. Слушай, ну мы уже... По геймерам? Да. Ну, при условии, в какую игру мы играем. Относительно того... О, слушай, четвертая локация. А мы даже еще не умерли. Это дело исправимое. Как босса убивать? Не понятно. Я с индюшкой пришел. Ой. Ты понял, как проходить в те локации? Понял? Да. Ты чего убить очень обязательно, да? Пошли. А, стоп, он только с той стороны открыл. Ой, дай веревку дай. На, куда тебе дать? Там кошка, кстати. Охуенно дал. Охуенно дал веревку. Ну ладно, нормально. Я бы ударил сундук, интересно. Я бы туда пошел, но... Ладно. Че, идем туда, нет? А вон босс живой. Индюшка!
О, он кошку открыл, пошли. Вот такой, кстати, противник был в первой части. Блять. Я кошку спасу. Аккуратно, ты дурак? Блин, ублюдок. Ты что, слепой, что ли? Да. Бежит он в бомбу. Ой. Сойдет. Короче, я выхожу. Слушай, выходи, да, пожалуйста. О, опять лава локация. Ну, локация тут прям очень классная. Слушай, мы первый раз на нее дошли, вдвоем живые. Локация здесь прям классная. Блин, графон какой, кстати. Он такой прям красивый. Так, слушай, мне уже не нравится. Ты видел лава. Это? Да. Точно видел то, что я видел? Так, это стоп, подожди, как здесь пройти? Это вместе надо проходить. Стоп, чё? Стоп, чё? У тебя бомбы есть? У тебя есть бомбы, слушай, пошли в другую сторону. Бля, а что делать? Подожди. А как? Ну, короче, вот так вот, вот так вот, так вот, так вот. И что дальше? Я могу заворотить лаву? Нет. И что дальше? Все. КГ. Я типа могу. Разбежавший. Все попало. Я ни разу не ошибся, все было только попало. Ну, тебе я сделать хотел, на самом деле, но... Congratulations, you played this. А ты неплохо. Сколько ты логаций интересно слышит? Я что-то помню, там что-то миров 12, по-моему, а мы только 2 видели. А ну-ка, я могу тут документацию почитать? Места. Читай. Да, джунг, раз бабочки летят, значит джунг. Блин, и! А нет, эта штука нас не убивает. А нет, убивает. Бежим. Ада. Все пытается убить. Ада. 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 Хорошая локация. И конкурс интересная. Бумеранг. Как у макаки. Твои макаки большая кака. Бумеранг. Хорошая локация. Что это? Это улей. Это улей. А, вот что блоки делают, я тебя понял. Они блокируют. Ты их можешь двигать, если ты... Не, я прямо тут сзади. Заморозь, пожалуйста, ад. Ад. А, зачем? Спасибо. Тебе спасибо. Так все контролируем. Да, ты метки. Это еще раз перед попой, перед комаром. Ну слушай, ну выглядит как довольно безопасная локация. Ага. Да так и есть. Особенно этот паучок выглядит довольно мило. Найс! Nice. Слушай, он прям какой босс. А, это выход? Да. Ну слушай, я еще живой. А это что значит? А он все? Yeah. А, не понял. Ну слушай, не, эта локация просто непривычная, так она не сложная. Ну слушай, лучше лавы, я так скажу. Ну фиг. Ну там хотя бы да, нету лавы. Бумеранг, бумеранг, бумеранг. Бумеранг, бумеранг, бумеранг. Как же все пытается меня убить. О, вау! А ну-ка. Найс! Сырки умею. Это ты умеешь ли? О, гроб.
Умеешь. А, он со сновидением? Нифига. Видимо, да. Теперь я умер бы здесь. Это было бы в моем стиле. А тебя бумеранг дамажит, кстати? Скорее всего. Надо аккуратнее кидать. Ой, я тебя не заметил. Шипы! Я не заметил. Слева выход. Убери! А, собственно, чё? Они дамажат. Она садится на себя? Это в этом. Вейджин, короче, просто сплагиачен. А хотя, стоп, Вейджин раньше. Ну, хотя, это сложно сказать. Это кто? Ой, уворачивайся! Я не хочу сюда деда вообще. Ой, скажи, когда будет все хорошо. Выходи. Ладно. А я, кстати, вообще собак не вижу. Пока цех. Ой, это испытание. Пошли на испытание. Нет. Хотя? Давай. А на двоих? Мне клеер дали. А, слушай, на ты должен... Слушай, мне кажется... О, кирка. Копай. Да и так копаешь. Майнкрафт. Вниз копай. Вниз, вниз удар. Вниз удар. Да не, вот, ну тут золото. Алло. А стоп, что, нельзя? Да, не, просто дай меняться. А она бесконечная? Не умеешь в Майнкрафт играть. Она бесконечная кирка? Слушай, а время надо бесконечное, мне больше что-то интересует. А, у меня время с клевером. В смысле с клевером? Типа я подобрал клевер, и теперь вместо... Отойди! Теперь вместо иконки времени там клевер нарисован. Что тебе умер, наверное. А, типа у нас время остановилось? Найс. Либо он дольше просто идет. Там выход я вижу внизу. А, я не могу добро копаться. Почему этим было влево? Что? А как туда? А, воздухе бить не могу, нет. Да? Бля. Нет, у нас проблема. Бля. Все время скоро кончится. В смысле, ты сказал, что время не ограничено? Я сказал, что на нем клевер нарисован, я сказал, что на день. Как выйти отсюда? Испытание пройдено? Блин. Ладно. Ну, короче, это полезная штука, окей. Чем мы налутали? Я парашют налутал. Там слева череп, там какой-то шаман слева ходит. Я туда не хочу. Вверх, а? Почему мы, короче, денег получили больше, чем... Клевер у тебя не остался, правильно? Остался. Слушай. Стоп, пойдем в бибер... А, ну да. Ага. Класс, спасибо. А чё ад-то? Я тебя спасти что хотел. Ад? Забери там вещи что? Мои, алё. Вещи. О. Продиранцы?